классно, это прям все программа, которая была Майнкрафт. И да, в прошлой серии, как вы помните, мы добыли целых 5 алмазов на железо. Вот. И сейчас мы, наверное, кем-то особо тратить не будем. Мы потратим все-таки дейля. Потом, короче, мы в этой серии будем делать то. Возможно, да. Землю какой-то не хотят никакого большого железа, небольшого, в общем, какого никакого железного ради где все. Вот, мне кажется, уже нравится бег. Ну и все. Как-то все быстро получилось, только минус один, что там сейчас будет ждать мост, у нас есть самый душевный меч, в игре, когда у нас целых 7 баллов, то есть он убьет зомби с раз, два, с трех ударов. А три удара, раз, два, три. Все. Это быстро, короче. Так, что странно, я вообще ничего не помню. А меня не написывали? Я вроде нормально, да. Но... Так, ладно, еще каких-нибудь мобов. Нам все равно нужны какие-нибудь шмотки. Кстати, мы ни одни такого не делали. То есть попробуем как раз таки эти дни сделаем себе железный топор. Так, все. Пойдем быстро работать. Тыковки, тыковки. Тыковки на всех случаях знаю. А, там не тыквы, Кто тебя гоняет? Эй, не убивай, пожалуйста, не убивай. Не убивай ты меня. Окей, подал. Чё у тебя за броня? Чё ты не нравишься? Чё ты сделал? А, ты мерзненький? У меня кушать нету, блин, ребят, чё делать сейчас его? Ладно, сейчас что-нибудь сделаем. Сейчас как-нибудь это решить. Это нахуй я. А почему не 7, 8? Ни хрена не дают. Чуть-чуть как-то много ударов не приходится сделать, чтобы их убивать. Я с них не вижу. Все, дерево вот взял. Надо устроиться, потому что еще зима, и у меня много дерева не делается. Я люблю, где есть много дерева. Так что мне, наверное, серию все искали, если это время. Хотя время 10 часов, ну вот, каникулы уже. Которые, кстати, закончатся уже через 2 дня, через 3. Отлично, так. За упаковку всякие проблемы не ранится. Чуть справимся, мне кажется, реально через... И через... Ну, так, поэтому возьмем тростника, мало ли что. Ну, на всех, что вообще может не понадобиться. Ох, нихрена, ушел! А чё он так быстро носится? Где этот памятник, чё? Неужели на том месте, которое я был? Ладно, ну спам-пункт, нет, ну вообще, в каком-то месте, другом. Вы видите, как они быстро носятся, ребят, нет, из-за этого некоторые дополнительные не раз, то, что не бывает, не здесь будет. Это минус, а помнишь? Я, кстати, это большая кошелка. Вот это, кстати, можно найти какие-нибудь. Что ты, Крипперова, на месте? У меня же Паша, как он покой пошли. Всё, свидание. До свидания, о, господи. Все Крипперы бомбанные. Все Крипперы бомбанные, походу, пока. Так, ладно. Надо будет из-за тупора. Нужно его еще вернуть. Связаны нормальные фуражки, похоже, похоже. О, господи, сколько там крипов? Нет, крипер, я тебя. Иди ты на. Ой. Господи, я не разорвался, посмотри. Сейчас подойдет завод. Ух ты ж, вот почему он так быстро бегает? Почему он так быстро бегает? Блин, ладно. Блин, сейчас сколько я вообще не предлагаю. Прилагаю, чтобы убить одного лишь. Одного всего лишь ли. Там скелет, ребят, там скелет. Ой, я чувствую, что скелетом за форма такая. Я не могу на них дать пожрать. Ты реально пожрать не будешь, значит. Давайте побольше тебе. Типа вот клонишь.
кажется, это самый вариант. Между нами, кстати, это на крест. Неужели здесь такая шахта? Чё, приколист, что ли? А, такая уже. Чудо быстро бегает. Вот, если так, то бывает вот так. Все равно кто драться надо. Вот чуть-чуть. Надо искать что-нибудь. В этих условиях даже это особо не собираюсь. Сюда. Я сдох опять. Фух. Спокойно здесь быстро. Железо, что? Какого хрена с вами железо? Ну ладно. Ну, я что-то нашел, ребят. Вроде как. Ребят, походу я справился на необитаемый остров. Где нет зимы, где не такая уж антарктика. Она уже есть, нет. Вот я здесь вам поставим. Не знаю, каким чудом. Вот все, я уже все. И что, я спалился? А, вот я сдохнет, сдохнет, сдохнет. Вот почему ты не можешь? Как ты не можешь? Он нахрен там, там вообще, там, там в канале. Эндермен, я сейчас не встречу. Сколько похоже от Эндермена, не знаю, почему. Ну проще так долбить реально. Зайки. А, господи, сколько будет еще одни танцы, чтобы найти нормальный мир, иди нахуй, где он пока я делаю. Ну ладно, я на вебинаре закончен, это все понравилось, подписывайся, комментируйте, лайк, всем благодарю. До встречи, не забудьте мне кликнуть, удаляйся, дальше, пока, 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 пока.